90-летний юбилет праздновал генерал-лейтенант Ефим Лаврентьевич Леонов. Свой боевой путь он начал рядовым, а вся его биография – это годы труда, побед и заслуг перед страной. Участник Великой Отечественной, обладатель множества государственных наград. К поздравлениям присоединилась наша съемочная группа. За 90 лет Ефим Лаврентьевич успел примерить на себя не одну профессию, но все же главным делом его жизни стала защита Родины. Почти полвека он отдал военной службе. Великая Отечественная, Советско-японская война 1945-го. Десятки наград и медалей за боевые заслуги. Несмотря на почтенный возраст, от дел не отошел. Издает книги, помогает ветеранам, а еще он кандидат педагогических наук. Как найти подход к молодежи, знает. Патриотизм должен быть в душе человека, в душе ребенка. Где он должен воспитываться? В семье. Ну, а наша задача старшего поколения – передать им все то, что у нас есть положительного. Пусть они, кажется, берут от нас, потому что ветераны, к сожалению, уходят. С 90-летием генерала поздравляют товарищи по оружию, друзья, родные и говорят спасибо. Спокойный, уравновешенный, выдержанный, что с ним практически никаких разногласий, в принципе, не возникает. Это счастье иметь близких, иметь родных, дорогих людей, с которыми можно разделить и радость, и печали. Поэтому, конечно, сегодня очень радостный и счастливый день. Люди, вы крепкие, так что на столетии встретимся. Свои поздравления передал и губернатор Николай Иванович Меркушкин. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам сегодня. Внимание и заботу Ефим Лаврентьевич дарит всем, кто в ней нуждается. И судьба щедро одарила в ответ. Юбиляр признается, друзей больше, чем лет. Мария Акимова, Александр Дудко, Новости губернии.